something to put the trash in, like a little bucket, so we... Окей. Куда его все, блядь, девать? А ну покажи, что там принесли. Две ноги. Клешню. А не видишь, одна нога. А так как эта клешня большая, то вторую клешню они тебе принесли маленькую. А? А? Не ногу не сильно большую принесли. Ну не знаю, ну по идее должен быть... А, нож есть? Какая-то... Типа открывашка, видишь, надо вот так, клац, 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 клац. Ну, короче, надо взять вот этого самого полотенца, постелить. И сюда и кидать. Ну и сюда и кидать, поехали. Thank you, thank you. Oh, all right, much better, thank you. А вот это типа крабовый кейк, это который был бы, да. Нет, просто. А салат, салат все-таки не... А? Ну не было ведерка, это большая порция. Вот рядом с нами такие колоритные женщины-соседи сидят. Они еще ничего не заказали, но они уже готовы составить нам компанию. Ну, поехали. Будем приступать. Давай. Открывай. Ого-гошеньки, ого-го. Ого, вот это нога. Вот это да. Блять, не открывается. But she bought all kind of candy canes. She put some on the tree, but she don't have boxes of them. I said, why you buy all the candy canes? She said, I just love candy canes. Быстро, да. That's a big one. You need to have... That's a big one, because it looks like they put a huge crab inside. Спонтанно вышло солнце, все равно на улице и наверху в небе есть много туч, но здесь люди рады любому проявлению света. Если посмотреть немножко даль, туда вдаль, можно увидеть завершение этого города. Это очень маленький город, пешком обойти его очень просто. Ну и на заднем плане можно видеть гору. Вокруг здесь много фьордов, так называемых гор. Они же есть и в красивые горы в Норвегии. Ну а мы находимся в Аляске. Разумеется, в этих домах люди не живут. Они используют их в качестве магазинов, дома. Еле-еле держатся, потому что сделаны они из дерева. Есть еще такие вот ларьки, где предлагают то ли туры, то ли просто перекусить разной едой, разными сэндвичами. В воздухе пахнет попкорн, потому что сладости здесь очень популярные. И попкорн в том числе, а именно в первую очередь здесь производят просто в этом ларьке попкорн и вот в таких вот боксах пластиковых их продают. Эти дома слеплены из дерева,
Я говорю слеплены, потому что их очень быстро строят и используют в качестве коммерческой структуры, то есть то ли магазины, то ли еще чего-нибудь. Вот. Здесь можно попробовать также устрицы, но я не любитель устриц, несмотря на то, что многие говорят, ой-ой-ой, такая вкуснятина, нифига не вкуснятина. Сопли воняющие просто тупо морем. Здравствуйте. Вы снимаете кино? Да. Вы хотите поучаствовать в главной роли? Я уже поучаствовал. Когда? Сейчас ты меня не снимаешь? Снимаю. Здесь я участвую. Что вы хотите сказать по поводу этого города? Что Аляска мне начинает нравиться. Все больше и больше? Хорошо. И это связано с погодой. Это связано с погодой, да? Вам нравится то, что вышло солнце? Мне очень нравится. Как я уже говорил, что Аляска была продана Соединенным Штатам, но все равно дух России здесь присутствует. Здесь есть такой магазин, называется House of Russia. Вот. И, в принципе, на русском здесь не разговаривают, это я знаю точно, но здесь можно приобрести вот такие шапки. Если пройти немножко в эту сторону, можно посмотреть, продают футболки Аэрофлот, СССР, подделки из дерева, это местного производства. Прислушайтесь, пожалуйста, к песне. Я не думаю, что если я выложу это видео, то YouTube меня забанит или скажет, что я нарушаю права, так как вряд ли эта песня будет распознана. Матрешки. Матрешек здесь много. Разного вида, разукрашены. Цены не пишут, наверное, они дорогие. Самовар. Иконы, ну и матрешки. Все-таки кто-то ими интересуется. Матрешки стоят. Ну-ка посмотрим. $22.50 стоят матрешки. Это средняя цена. Ну и также в детстве я когда-то игрался такими вот игрушками. This is how it works. И такой вот стоит $18.50. Ну, в общем-то, и все. Мини-магазин мини-России. В освещении солнечных лучей можно увидеть красивые горы на заднем плане. Снег уже тает, так как на улице лето. Своеобразное, конечно же, лето. Вот. Отличный вид будет открываться с горы.
Мы обязательно еще возьмем этот фуникулер, уже не сегодня, в другой день постараемся подождать и выгадать тогда, когда будет совсем тепло и солнечно. Вот, подняться на этом фуникулере наверх и посмотреть на всю эту красоту с высоты даже не птичьего полета, а орлиного полета, потому что орлы хищные, белоголовые здесь, это достопримечательность, это птица, которая занесена в Красную книгу. Ну и даже сейчас, несмотря на то, что на улице светит солнце, все равно идет мелкий дождь, и люди ходят с зонтом. Одновременно же и цветут фруктовые деревья и другие остальные кустарники. В освещении солнечных лучей можно увидеть красивые горы на заднем плане. Снег уже тает, так как на улице лето. Своеобразное, конечно же, лето. Вот. Отличный вид будет открываться с горы. Мы обязательно еще возьмем этот фуникулер, уже не сегодня, в другой день постараемся подождать и выгадать тогда, когда будет совсем тепло и солнечно. Вот, подняться на этом фуникулере наверх и посмотреть на всю эту красоту с высоты даже не птичьего полета, а орлиного полета, потому что орлы хищные, белоголовые здесь. Это достопримечательность, это птица, которая занесена в Красную книгу. Ну и даже сейчас, несмотря на то, что на улице светит солнце, все равно идет мелкий дождь, и люди ходят с зонтом. Одновременно же и цветут фруктовые деревья и другие остальные кустарники.